Я вам расскажу про этот чудесный куст маков, который выглядит уже совсем не чудесно. Но расцвел он у нас в этом году 16 июня. Причем кустик дал, как мне показалось, 19 цветоносов. То есть 19 цветков. Ну, я его обозвала COVID-19, естественно. Цвел он роскошно. Ну вот, пошли дожди, ветра. Я думала, что вот-вот он облетит. Сегодня у нас уже 23-е. Он пока не облетел. Но приглядевшись внимательно и пересчитав все заново, я поняла, что их не 19, их 20. Поэтому победа за нами. Да здравствует маков цвет 19. А вот эту парочку хотела вам особенно показать. Посмотрите. Он и она. Она в косыночке-платочке, а он в тюбетейке. Вот такой у нас мак восточный. Ветерком обвиваемый. Еще интересно, что прошлые годы он обычно зацветал, ну, было цветков 9-13, и зацветал он примерно 13 июня, когда, как выяснилось, день донора. И вот эти вот красные капельки мне всегда напоминали, что 13 июня день донора. Ну, этот год у нас совсем другой, тяжелый. День донора подскочили. Ну, похоже, COVID-19 побеждаем. Так что радуй нас и дальше, мачок. Вот один уже без лепесточков. Ну ладно, будем ждать тебя в новом сезоне.